Ну что, друзья, всем доброе утро. На часах 8 утра. На часах 8 утра. Мы уже проснулись. Сегодня поедем в приют для собак. Сейчас я встану, схожу в душ. За мной заедет Крэйзи Макс. Потом мы заедем в Ашан, купим корм для собак, ну, чтобы отдать в приюте его. Вот. Встретимся с собакофан Александром. Собакофан. Встретимся и поедем уже в сам приют. Так что ждите, смотрите, не переключайтесь. Приехали в зоомагазин за кормами. Да, и они стали реально супер премиум класс. Почитаешь состав, он гораздо лучше, нежели там состава, например. А ценник? Ценник 2000. Не смотрю, и много тут это уделили, это полностью большое. Да. И ты знаешь, его мало где можно купить. Мы отсюда не выйдем. Никогда. Пойдем. Нет, это не отложено. Лена, хорошая. Что ты делаешь? И чего? Мы делаем пробную рекламу. А чего его не купили? Я не знаю. Она занимается у нас кормами, выбором. Она профессионал. Да, она профессионал. Я так чувствую. Сама пробу снимала. А Макс у нас ел тушенку эту собачью. Господи, не говорите, почему, что это неправда. Это правда. Ой, не могу. Так, ладно, это вообще эта кассу закрыла. Но она не работает. Работает. 50% мяса в составе корма. 50%. Очень хорошее. Вот такие, например, 2 килограмма. Пакетики стоят... 2000? Даже нет. А вот такой 2 килограмма 150 рублей. Супер премиум. 150, я знаю. Так что, Роспёс. 150, я знаю. Бесплатно. Нет, последний. И тут ссылки на новые последние ролики. Ага. А здесь все превьюшки. Вот эти. Вот превьюшки там. И пишу, что полное видео смотрите там. А тут превью. Все. Да что красавцы. Все круто. Пока не круто, будет миллион. Будет круто. Не, они очень хорошие, добродушные. Озеро. Так красиво припорошилось снежком поболее, да, чем у нас? То, что Москва, честно. А туда озерка. Озерки были и... Озерца. Так подремал немножко. А тут мостик тут есть маленький, через озеро. Тут озера маленькие. Вот. А, вот что-то. Собаки лают. Ну мы стоим, ладно. Ау, сделай так. Ву-ву-ву. Встань не тут сбоку. Лают, лают. Может. Она говорит, лучше дороги где-нибудь встать. Ничего не знаю. Нет, давай, наверное, здесь. Да, ничего не знаю. Спасибо, да, вам, ребята. Ай, кладбище здесь. Да вон лайв. Да. Ой, друзья, какая красота. Мы уехали за город. Уже подъехали к приюту, уже, если может вам слышно, собаки лают. Красиво, снежок. В Москве весь снег такой грязный, здесь такой красивый. Припорошило. Какая красота. Вон наша машина вдалеке стоит. Только точка видна. Ой,
Уехали. Уехали. Разворачиваются ребята. Так интересно, да? Девочки разгружают, а мы стоим. Вообще красота. Алло, помоги, совесть есть? Хватит жрать. Крэйзи Макс, почему стоишь? Я только подъехал, у меня камера. Уважительная причина, я еще в прокуратуру. Собака фан кушает, да? А девочки наши трудятся вот так. Такие мы козлы. Я не буду оригинальным, я помогу. Собак кормить, угощать выдаем. О, спасибо. Это замазывай сраны. Это раны обрабатывать, по-моему. Приятного аппетита, Александр. Ты не съешь вот это, ладно? А, так это не для меня. Я думал, для меня, да? Я думал, тоже мне вкусняшку дали. Оказывается, это не мне. Там овчарочку я уже видел. Так, тушеночку осталось. Практически уже. Так, а бинты у меня. Так, куда их надо? В пакетики. Справляться надо. Тебе надо меня догонять. Как? 150. Они не кусаются точно. Ну, к некоторым лучше пальцы не рисковать. Я, они так предупредите, я боюсь собак. Хорошо. Ну вот эту вот залюбит сейчас насмерть. Она у нас девочка такая, любвеобильная. Вот там я смотрю, овчарочка. Как зовут девочку? Девочку зовут Зина. Зина? Да. Давайте нам пока на свете экскурсию проводить. Давайте, хорошо. Приедет. Да, она сейчас уже выехала, говорит. Я сейчас приду, подожди. Она чувствует уже, у нее уже Зина, не кричи. По этому поводу. Она знает, зачем машина. Зина. Моя девочка. Она сразу видно по ней, что она добрая. Какая зазнатая. Моя девочка. Да, да, да. Моя хорошая. Да не бойся, Зина, ты что? Зина, я первый раз в жизни собак не боюсь. Она Зина, не Зина. Она смотрит. Она думает, что мы с палками. Она думает, что мы еще с палками, поэтому, наверное. Смотри, как он вкусный. Там снимается? Да, 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 снимаю. Не бойся. Я сам боюсь собак, не переживай. Я больше боюсь. Подержите, пожалуйста. Снимает? А, то есть меняете? Ты что, за старая женщина снимает девушку? Не стыдно тебе? Так, все, Зинаида, мы придем еще, хватит. Макс, для вашего же канала. А сколько лет ей? Ой, она взрослая. Зина. Она побаивается. Ага. Зина. Зина.
Зина. Держи, иди. Иди, держи, моя хорошая. Вот так, моя хорошая, вот так. Вот так, моя красавица. Вот, разлаялись. Зиночка. Вот так. Вот ты, моя хорошая. Хорошая. На еще. На. Держи. Душку сюда. На. Держи. Вот так. О, мы к тебе еще придем. Ребят, в общем, мы доехали, как вы поняли. Собаки просто разрываются. Их здесь 150 штук вроде бы. Ой, какие они злые. Какие злые. Ага. Ой, это же это кавказская овчарка. Что? Не. Да. Зина, да. Это Зина. Зина. Смотри, да. А там, смотри, какой кавказец, смотри. Кавказская. Вот так, молодец. Вот, знаешь, чувство я тебе дал. Мой господи, какие красивые. Я не могу. На. А? Хочется всем дать. Ой, поймал прямо. Тихо, не кричите, собачки. Собачка, ой. Ой, ты рыженький. Ой, ты хороший. Так, на. Уходи, дай я рыжу куда. Ой, что я боюсь пропасовывать руки. С руками могут. Так я их заберу. Вот, поймала, молодец. Ой, кто-то там так плачет. Кто это? Такие красавицы, да? На, рыжик. Лисичка. Как лисичка, да? На. О, отобрал. Ты гадина. Так, отходи. Иди сюда. На. Ой, какой красавец. Ого, какой красавец. Ага. Бояка. Бояка, да? Боится. Ой, что вы, хорошие, что? На. Там прям боится. Тише, не лай. Вы знаете, давно ведется. Ну, уже порядка 10 лет, наверное. 10 лет? Да. Чуть поменьше, потому что раньше. Соответственно, потом они обновились. А вы давно работаете? Нет, я как таковой работаю недавно, а вот что касается здесь нахождения, то 5-й год, наверное. Я сама отсюда котика забирала 4 года назад с небольшим. Интересно так, да?
Конечно. Ой, а у этого с лапкой кто-то, смотри. Макс. У этого, да. Божечки, смотрите, у него что-то сладкое, Божечки, на. Зина. Так, еще вернемся. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Приятно, Артем. Вы здесь работаете, да? Ну, помогаю, нет. А, волонтером тоже, да? Да. Понятно. Ой, какие-то серьезные. А он, смотри, тоже с лапками, с кривыми лапками. Лена, почему решила только эти покормить? Это сестра у моей собаки. Лена забрала собаку из приюта из этого. Да, это ее сестра. Это сестра. Да. Просто я не как на морду. А это? Да. Похоже, да. А это тоже? Нет, не, Мартин, нет. Сожитель, чтобы Мартин, одного не кормить, да. В боксе. Закормить всех. Им теплее вдвоем, зимой опять. Ну, понятно. Одна ее вообще, если даже через стену. Ну, им, в принципе, не скучно. Ну, да. Тут... Многие не знают другой жизни, да? Ну, да. Достаточно комфортно. Это бывшие домашние, естественно, они в шоке, а тут они привыкшие. К зиме и ко всему. Лен, забирай. Что это рыжик? Эй, красавица. Как? Аскания. Аскания, она не кусается? Нет. Это моя хорошая. Две собаки кусаются. Да? Здесь, во всем принципе? Да. Ну, который руки не пихает, не совать, как говорится, ничего не делать. Но как-то подходить вообще? А... Не, ну просто стоять, да. Вот он там черный как раз этот, ага. Бегает. Сейчас не видно. А, да. Вот он может цапнуть за руку. Ну, это в принципе вообще тех животных, что через клетку лучше руку не совать. Не, потому, эти что... все, они такие, они, ага. Все привыкли. Какие злые какие-то есть. Вот черная, да, вот эта. Говорят, злая. Пойду, подойду. Говорят, вот эта черненькая собачка очень злая. Может даже ухватить, укусить. Ой, как лает. Какая серьезная. На. Какая серьезная. Какая ты серьезная. Какая ты серьезная, да? Тихо, сейчас дам. Ой, кто-то убежал? Убежала собака? Подожди, ты его так найти. А как она убежала? Она так боится, да? А скажите, а вы их, ну, вообще выпускаете куда-то в корт какой-то? Нет. Они все время в клетках себя, да? Нет. Ой, вот это интересно. Такая интересная. Thank you.
Ой, какая злая. Какие вы злые все, а? Ой, кто тут лает? Кто тут лает? Ну, кто? Кто тут лает? Кто? 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 Кто тут лает? Ой, тут красавица какая. Ой, какая красавица. Ой, 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 ой. Не бойся, не бойся. Вот еще давай, 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 давай. Эй, ты красавица. Красавица, красавица. Да я здесь, здесь, здесь. Есть такие красивые, которые... Спасибо. Это у кого-то что-то убежало, либо выбросили, либо убежало. А мы видели, подходили. Я ж... Мама хорошая, мы тебе не дали. Верта! Наша! Наша! Ой, что? Кто тут так лает, а? Кто тут так лает? На, 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 на. Она не кусается, нет? На, на, на. Вот так, вот так. Вот. Смотри. Макс. Макс. Я ей дал покушать, она же прям это. А, вся такая извивается. Смотри. 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 Она сбитая машиной была. Все моё, она вся такая это. Да, она моё очень общительная. Да, 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 видно. Она просто прям в руках тает. Она жила в тепле с людьми, а сейчас ее, соответственно, пересадили, потому что там сидит еще один практически такой же, только чуть поменьше. А, мы видели, да. Да. Только старый. Вначале. Да, да, да. Слюни тут навешают. Что это? Она очень общительная, она не понимает, почему у нас тут сидит вообще. Так. Ой, задние лапки, да, у него? Да, да. Вот, ну, вот, вот, вот так, вот, 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 вот. Да, да, так, вот. Да, да, да. Да. Ну, все, ну. На молоте, да, маленький. А можно зайти? Она выбежит сейчас, мы поймаем. Она, знаете, как у трусит. Вроде и стоп. Да. Лапки, да? Вроде лапки вот такие, а первые тоже. Да, да, да. С долгопрудного. Она прям как будто к Маше. Иди, иди, ты моя хорошая. Она... Не, не надо, не надо, не надо. Не, не надо, Лась. Не надо, не надо. Обиделась. Ой, 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 господи. Она... Прям так просто вылезти хочет. Слушай, она так вылезти прям хочет. Вылазит вот там в дырку. Вер, ты голову прищемишь, болтай. Она и лапы сюда. Вер, Вер. Ну ты моя хорошая, ну ты моя хорошая. Ну ты моя, ну ты моя хорошая. Верта, Верта, моя хорошая. Не надо, не надо. Все, 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 назад. Ходи назад. Верта, Верта. Так избивается. Бедная. Бедная, так избивается. Смотри, как избивается, вылезть просится. Мне хочется прямо к ней зайти. Ой, кто тут такой красивый?
кто ты такой красивый? Какой красивый, а? Кто ты такой красивый? Так, Даша, и тебе дам, и тебе иди. Даша. Даша. Да. Юля, там убрали этого терминатора. Там есть его терминатор. Ой, хороший, да, да. Да, да. Вот с таким нашим Гердус свести. Представляешь, какие получше красавцы? А мы трусихи. С нами не как лиса, смотри, извини. А как на лису похоже, да? На волк. Что? Что? А я ему уже давал. Серьезная собака. Который кусается, да? Да. Я ему давал уже. Ну, хорошо. Ой, это... А, там... Когда мы были молодыми... Ой, трусихи. Ой, а кто здесь такой красивый? А кто здесь такой красивый? 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 Вот так, вот так. Красивый здесь. И тебе надо, чтобы ты не завидовал. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Ой, куда вы позалазили? Куда позалазили-то, а? Как высоко. Алло, гараж, ну-ка слазьте, уходите. Все. А кто тут? А тут кто такой красивый, а? Друзья, ну я под хорошими впечатлениями хочу вам сказать. Круто, все круто. О. Не, я у Сашки много смотрел, я уже привык. Знаешь, когда смотришь видео, там драматично сделано специально. Да, ну что ж, мы поэтому ходим. Мне кормы. Ой, божечка мой. Да. А может... Я уже и первый раз. Это терминатор. Ты терминатор? Да. Ты что, тут всех кусаешь? Нет, он всех прижимает и обнимает. А эти почему-то? Они не спинальники, но им нужно покой. Да, потому что Торская, она у нас машина избита найдена. И у нее небольшой это, трещина крестцу. Перелома нет, но сказали в покое быть. Ага. Все сразу такие чинные, да? Терминатор себе как на лену смотрит. Терминатор? Злой был, кусачий, зараза, до невозможности. Да, ну-ка, давай. Сойди тоже, подсоединяйся, да. А кто был терминатор? Посмотри. Собака! Дай мне. А это сейчас у нас со страхом. Стоит столько на
народ, что сказать? Стеснялись, не возьмем, да? Беленький, да, он стесняется прям. Зато Орса не стесняет. Отошла. Покатали на рентгене, скажем. Это вообще ужасно. Очень тяжело смотреть. Собаки называются. Да? Да, именно спинальный кузов. Да. У нас на процессе несколько таких собак. Это и сам. У меня дома такая же. Да. А я, знаете что, у меня в детстве, у нас собаку мужчина сбила, и она, ну, позвоночник, она тоже шла до дома, тянула весь зад свой, потом умерла, и а нам родители обманули, что это... Сказали, что что-то такое произошло. Нет, что нет, что они к доктору завели, что-то сделали. Да тогда на самом деле... А сами похоронили. Ну тогда на самом деле особо ничего сделать-то не могли бы. То есть это сейчас, это люди, знаешь, удивляются, когда видят, что там на колясках идут. Да, да, на колесах. А, то есть все смотрят, так оборачиваются. Поэтому, блин, ну тогда вообще не было средств, конечно. Ну, господи. Чтобы что-то делать. Это так плачевно. Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Божечки мои, а. Божечки мои. Они так ласки просят. Они так просят. Ласки. Ласки, ласки, ласки. Вот так, вот так. Давай, давай, давай. Вот так, вот так, давай. Давай, вот так, молодец. Такая стесняшка. Вот это интересно, да? Нету, нету. Ой, божечки. Божечки мой, милый. Божечки. А. Они просто, им хочется ласки, а. Просто хочется. Сейчас ласки. Мы находимся в помещении, где содержатся спинальники, то есть это собаки, у которых проблемы с конечностями. И собаки после лечения, да, тут после кастрации, да? А, после лечения, после каких-либо операций, да. То есть это собаки, которые приспособлены жить, ну, на улице. Да. Ой, у вас там и колясок, я смотрю. Да, естественно. Целый парк. Да. Для каждой собаки своя коляска. Ага. Все, а это все делается по... Все заказывается. А вот есть кураторы, которые сами, ну, сами да, оплачивают, да. Заказывают, да, конечно, все сами. Но они здесь постоянно находятся, вы их выгуливаете просто? Ну, в выходных они встают на коляску и гуляют, да. А там, конечно, здесь. То есть сейчас просто песок на открытый, чтобы мы здесь совсем не задохнулись, скажем так. А так здесь очень тепло, здесь печки везде включены. Да? Да. Терминатор зовут пса. Ну они все, ну, они очень уже... это, злой. Очень злой, да. Никого не подпускал. Пускал всех вообще по-страшному. А как вы его это, лишь как изменили его? Как он так пришел, ну, к такому? Потихоньку начали его подкармливать. Любовь, ласка, ну, вообще. В общем, собака бывает кусачий, только жизнь, да. Собачка, да? Месяц два вот он был такой очень. Какой, конечно, он очень любил общение, очень хотел.